Всем привет, друзья! Вы на канале Bob GTX, и пока нет новостей о Shinda Life от разработчиков, что у нас будет в воскресенье, субботу, какое обновление. Ребят, я вам покажу еще новые глаза, которые вы можете себе поставить вот именно тут, где я сейчас стою. Если вы готовы, с вас лайк, подписка и погнали! Стартуем! Итак, ребят, для тех, кто не в курсе, расскажу, что мы можем поменять вот эти стандартные глаза через коды ID. Я думаю, что ребята многие уже об этом знают. И плюс нам надо потратить 3000 рилкоинов. Как это сделать, сейчас я вам покажу. Плюс мы посмотрим, что же новенького нам добавили. Добавили нам в Твиттере уже много новых глаз. Смотрите, вот кто-то уже скриншотики делает. Это тоже хорошо. И я хотел бы отметить несколько прикольных глаз, которые есть там Твиттере. Ребят, кто не в курсе, еще раз покажу, как это все делается. Вот у нас глаза Гаары, один глаз, то есть Гаары. Вот у нас Ишики, тоже можно вот это лицо поставить себе именно в Шинда. По ссылочке Роблокса переходим вот сюда, ребят, и у нас вот есть это лицо. Вверху у нас есть код. Вот этот код мы берем, сейчас я вам покажу, как это делается, копируем. И заходим в Shinda Life, ребят, и если у нас целое лицо, то мы вставляем, получается, Ctrl-V, вот эти все цифры, или просто вручную переписываем на листик бумаги, не знаю на что, переписываем, вставляем вот сюда, и, ребята, нажимаем Buy. И, о чудо, смотрите, у меня теперь глаза, ну, то есть у меня вот такое лицо. Также, это уже я так для эксперимента сделал, чтобы вы видели, что все работает неплохо. Итак, я думаю, вы поняли, как их поставить, это очень просто. Давайте же посмотрим, что у нас тут есть. Ишики я себе поставил. Джинмори, ребят, вот такие глаза можно себе поставить. Левый, правый, это отдельно надо куда вводить. Дальше, ребят, Пейн. Вот, Пейна, вот это было бы интересно тоже поставить. Что-то мне нравится все время Пейн злодей, Ишики злодей, не знаю почему. Поставил вот эти, хочется поставить вот эти именно глаза. Ну тут видите, и будет вот такой рот, и на носу вот эти штучки тоже будут. Дальше, Рини Шаринган, вот есть тоже такая тема, если хотите, поставьте. Один глаз будет обычным, другой будет вот такой, и третий глаз. Кабу Кобра тоже тема прикольная. Кисаме, смотрите, тоже интересная тема. Тоад Сейдж, это из новенького, я все вам показываю. О, вот смотрите, кто-то сделал Пейна, отлично, может быть даже два глаза там появляются. Вот Кисаме, смотрите, тоже уже есть, как это будет все выглядеть. Пользуйтесь, ребята, этим твиттером, вы сможете себе поставить любое лицо, какое вы захотите. А если вы хотите убрать лицо, то это тоже очень просто, команда будет в описании, просто вбиваем команду, то что у меня есть в описании, и все, у вас все исчезнет. Если было полезно, обязательно поставь лайк, подпишись на канал. На сегодня все, всем удачи, всем пока. Ждем обновления от разработчиков Shinda Life.